Они не в первый раз собираются вместе, а вот найти компромисс надеются именно сейчас. Организаций, представляющих и развивающих разные виды боевых искусств, в республике хватает. Однако единой политики в их работе наоборот. Исправить текущее положение дел в Крым приехали представители Всероссийского союза боевых искусств. Его руководитель Рамиль Габасов рассказал об особенностях работы данной организации в других регионах России, а также подчеркнул, что сила крымского спорта в единстве. В мире боевых искусств такого нет. Это можно, что какой-то раздел. Да, можно прийти в любой зал, зайти и сказать, что я вот занимаюсь, можно я у вас тоже позанимаюсь? И никогда никто не скажет, знаешь, ты с другой школы, ты там уходи, это как в фильмах показывают. Такого нет. И у нас понимание не стопроцентное во всех вопросах, о которых мы говорим, вот, или отвечаем на какие-то вопросы, у нас понимание стопроцентное. Кроме того, гости разъяснили крымским руководителям федерации юридические особенности будущих взаимоотношений и заверили, выбирать президию республиканского филиала Всероссийского союза боевых искусств предстоит самим крымчанам, поэтому искать новые решения старых проблем в их же интересах. Валерий Назарян, Руслан Хохлов, Время новостей.